Любая страна на своей границе уничтожает любую контрабанду. А то, что в обществе появилась истерика по этому поводу, это вот очередные такие придуманные двойные унитазы в Сочи, которых никто не нашел. Я все время говорю вот тем, кто возмущается, вы попробуйте куда-нибудь в любую страну, привезите мешок еды. Вы получите совершенно бесценный опыт, независимо от того, едете вы из Сталина и вывозите там ванну Таллин на бутылку больше, или едете вы в Америку и везете там, например, я не знаю, шоколадные конфеты. Там вообще вся еда запрещена. Совершенно нормальная ситуация, которая защищает отечественного производителя, люди, которые как бы истерят, они не то что не думают на два хода вперед о том, что лучше дать возможность кормиться нашему фермеру, лучше делать страну независимой продуктово, чем нарушать закон и еще устраивать вокруг этого такое странное облако.